Всем привет! В этом видео я напомню вам об одном сайте, на котором может зарабатывать каждый из вас. Также я дополню ранее опубликованную схему заработка на моем канале. Речь пойдет о сайте Фотостоки. Суть Фотостока заключается в том, что ты можешь выкладывать фото, и если его купят, ты заработаешь. Так вот, я придумал, как дополнить предыдущую схему заработка на этом сайте. Поэтому прошу вас поставить лайк авансом, а также подписаться на мой канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также подпишитесь на мой телеграм-канал, там выходят различные схемы заработка, а также только там каждый из вас сможет бесплатно проконсультироваться со мной насчет схем по заработку в интернете. Приятного просмотра. Для начала о Фотостоке. Чтобы заработать на этом сайте, вам нужно выкладывать свои фотографии, которые вы делали сами. То есть брать из интернета тут не прокатит. Для того, чтобы начать выкладывать сюда фото, нужно зарегистрировать аккаунт поставщика. Для этого нужно пролистать в самый низ на главной странице и нажать на кнопку «Продавать стоковые фотографии». Далее вы попадаете вот на такую страницу с правилами, где как раз таки можно зарегистрировать аккаунт поставщика. Тут же можно прочитать необходимые условия для работы. И вот они как раз основные критерии. Вы должны являться автором всех загружаемых вами файлов. Также вам должно быть 18 и более лет. И вы должны иметь все необходимые документы и права на показ использования файлов и их элементов. Правила почитайте чуть позже. Далее идет регистрация аккаунта поставщика. Но это мы пропустим. Думаю, пройти простую регистрацию сможет каждый из вас. После регистрации вы и будете выкладывать фотографии на тот аккаунт. Теперь что по оплате. Оплата у вас тут в 5 уровней. Первый уровень — это начинающий, второй уровень — бронзовый, потом идет серебряный, потом золотой и пятый уровень — это платиновый. Сейчас объясню. Пользователь, который приобрел тарифный план начинающий и который скачал одну вашу фотографию, принесет вам 30 центов чистой прибыли. Соответственно, то же самое с бронзовым, принесет 31 цент. Ну и так далее до платинового, который приносит 35 центов за одно скачивание. С приблизительным доходом разобрались. Да и фотографировать особо уметь не нужно. Понадобится обычный смартфон с более-менее хорошей камерой. И можете фотографировать все подряд и загружать хоть по 40 фотографий в день. Тут уже зависит все от вас. Чем лучше ваше фото, тем выше шанс, что его скачают. Поэтому советую посмотреть какие-нибудь бесплатные обучения на YouTube. Теперь главный вопрос, кто же все это будет скачивать, где брать трафик? Но у меня есть два варианта. В одном из них ваше фото будет продвигаться самим Фотостоком, если его случайно заметят и начнут массово скачивать. А второй вариант я показывал в прошлом видео по этой схеме. Там я рассказал, что можно создать канал на Яндекс.Дзен и продвигать себя как фотографа, но не показал пример. В этот раз я покажу вам живые примеры таких каналов, плюс расскажу, как увеличить доход с этой схемы минимум на 20%, прилагая абсолютно столько же усилий. То есть вместо заработанных $500, допустим, за месяц, вы можете зарабатывать 600, а это уже весомо, согласитесь? Итак, я постарался и нашел для вас несколько каналов фотографов на Дзене. И сейчас на примере их популярности покажу вам, где взять бесплатный трафик. Вот эти каналы. Прошу вас обратить свое внимание на вкладку «Аудитория». Это показатель того, сколько человек дочитали все ваши статьи до самого конца за последний месяц. У кого-то этот показатель маленький, а у кого-то он достаточно огромный. Так что же я вам предлагаю и как увеличить доход на 20%? Я предлагаю вам создать свой блог на Яндекс.Дзен для того, чтобы делиться своими фотографиями там, перегонять трафик на ваш профиль в Фотостоке и тем самым получать все больше и больше скачиваний. Напомню, что за одно скачивание пользователем, который имеет самую дешевую подписку, вы получите 30 центов, а это уже неплохо. Сейчас отвлечемся от продвижения и перейдем к теме заработка 20% сверху, к основному доходу. Для начала перейдем в партнерскую программу Admetat, ссылка на нее будет в описании. Проходим простую регистрацию и подтверждаем почту, после чего сразу идем в программы и каталог программ. Далее в поисковике начинаем вводить депозит фото. Депозит фото — это название нашего фотостока, с которым мы работаем, и вот видим, что он на первом месте. Переходим на него.
Далее идем нажимать «Подать заявку», после чего читаем правила. Во-первых, с оплаченного заказа мы будем получать 23% от его стоимости. Самая дешевая подписка стоит 10 долларов. Соответственно, вы будете получать по 2 доллара 20 центов за привлеченного пользователя, если он оформит самую дешевую подписку. А есть и другие тарифные планы. Например, 75 изображений за 69 долларов, за которые вы будете получать уже почти 14 баксов. И, наверное, самое удобное, на 750 изображений за 199 долларов. Даже такое покупают, если его все еще не убрали из каталога. Тут вы получите почти 40 баксов за привлеченного пользователя. Вернемся к продвижению. Создали блог на Дзене, фотографируйте все подряд, но красиво. Выкладывайте на Дзен и пишите свое мнение по поводу фотографий, а также рекомендуйте всем проходить простую регистрацию на депозит фото и отправляйте по вашей ссылке. Только советую разместить ее сначала в группе ВКонтакте, именно партнерскую ссылку от Admitat, чтобы человек, перешедший с Дзена, сначала перешел в вашу группу, увидел запись и перешел по ссылке с записи. Так Яндекс.Дзен не сможет докопаться до ваших ссылок, ведь вы фактически рекламируете свою группу ВКонтакте. Вообще, эту схему можно использовать в долгосрочной перспективе, поэтому советую создать профиль в Instagram, канал на YouTube и вести полноценный блог. Тем самым вы со временем нарастите свои доходы и выйдете с первоначальных 200 долларов в месяц на полноценные 2000 долларов в месяц. Плюс вы раскрутите профиль в Instagram, канал на YouTube, а это уже дополнительная монетизация вашего хобби. Отсюда вытекает еще больше заработок на этой схеме. Так что советую вам не медлить, а приступать прямо сейчас. Надеюсь, схема заработка вам понравилась, и взамен вы подпишетесь на мой YouTube канал, а также на мой канал в Телеграме, где я постоянно делюсь различными схемами заработка. Ждите новое видео, которое выйдет через пару дней. До скорых встреч!